Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. Приглашаю вас зарегистрироваться в преланч. Старт проекта, который называется «Стакросс», будет через месяц. Очень-очень красивый маркетинг с минимальным входом. $1 и вход там 1 цент, по-моему. Доступный вход 1 цент. Но нужно завести $1. Почему? Все это расскажу, покажу. Я уже зарегистрировалась, регистрация очень легенькая. Давайте посмотрим, что тут у нас предлагают. Это будет рекламная площадка, обязательно. Так что вот реальный продукт – это услуга рекламной площадки. Здесь будет турбо-роботы, дублеры аккаунтов. Это будет просто бомба. Каждый участник может ускорить движение системы. Никаких матриц, живая очередь с переходом по уровням 3 к 1. То есть наоборот, под одним 3. Масштабирование бизнеса в одном кабинете. Трехуровневая реферальная программа. Это просто замечательно. Ежемесячная активность $1. Это гарантия постоянной работы и заработка. Потому что по маркетингу каждый день будет сниматься 3 цента. И на них будет покупаться 3. Автоматом будет покупаться 3 робота, которые становятся в конец очереди. И поэтому движение будет замечательное и быстрое и на пассиве. Автовыплаты, инстант, мгновенные, прозрачная система, механизм работы. Только-только началась регистрация, участников зарегистрировалось 45, оплат пока еще кабинетов нет. За неделю до старта где-то будем оплачивать кабинеты. Так, что тут у нас? Отличный коллектив, админ русский, знаком, отзывчивые модераторы, знакомы. И помощь, конечно же, в социальных сетях и на сайте, и в скайп-чате. Без проблем. В контактах, Инстаграм, Фейсбук, даже в Ватсапе. Телеграм, Ютуб, Скайп, Чат. Ну что, давайте посмотрим, как у нас идет регистрация. Вот, пригласитель пишется. Потом на русском пишем фамилия, имя, отчество, свой логин, почту, пароль, повтор пароля, Скайп и Капча. Все, здесь галочка. Читаем условия. Нажимаем «Отправить». Ну что, давайте посмотрим коротенько маркетинг. Замечательный маркетинг. Для участия необходимо $1 на балансе. Сейчас будет открыто, ну, к старту будет открыто Perfect Money, пока указываем обязательно в регистрации в профиле Perfect Money. Потом добавится Pair. После активации с баланса списывается 1 цент. Так, старт у нас через месяц будет для всех одинаков. Неважно, зарегистрировались вы первые или 100-тысячные в конце. Стартовать будем единовременно, одновременно. Никаких проставок. Сразу предупреждаю, никто раньше никуда не лезет. Проставленных лиц здесь не будет, все на равных. Это очень хорошо. При каждом пополнении баланса получаем рекламные кредиты. То есть за $1, что мы заводим, получаем 2000 кредитов. Далее мы можем платить через месяц в доллар заработанных. Понятно? Чтобы не вводить $1, господи, большие деньги, 65 рублей. Итак, первый уровень. Вход 1 цент, выход 3 цента. Дальше по схеме поехали 1 к 3. Дальше с 6 уровня начинаются выплаты. Уже $1. Вы не думайте, что это вы тут доберетесь, будете на калькуляторе считать микро-турбо-роботы. Почему называется проект микросистема? Это очень быстро будет маленькими центиками двигаться очередь. Дальше. Со 7 уровня $2 выплата, с 8 4, потом 8, 16. Ну, все это понятно. Можете сами почитать. И вот остановлюсь здесь. Эксклюзивная трехуровневая реферальная программа. С 1 уровня, со 2, с 3 не получаем. А вот с 4 уровня поехали. По 7 центов с 1 уровня рефералов. 2 цента со 2 и с 3 1 цент. Дальше поехали опять по схеме. Номер уровня 5, 14, 4, 2. И поехали. Не буду я все это долго читать, потому что ролик не люблю, когда страшно длинный. Каждые 24 часа с баланса списывается 3 цента для генерации 3 роботов в конец очереди. Также есть возможность создать дубликаты вашего аккаунта. Не нужно создавать кучу аккаунтов. Здесь можно создать дубликаты, которые становятся в конец очереди и отображаются в вашем кабинете. Они также идут в очереди и выходят на выплаты.
активность списывается с учетом дублеров. То есть, если у вас 2 дублера, значит 2 доллара. Если у вас 3, значит 3. Если 10, значит 10. Пример. Если вы создали 4 дублера плюс главный один логин, то система спишет активность 15 центов для генерации 15 роботов. В сутки может создавать не более 10 дублеров. В случае недостаточного баланса для оплаты активности система сначала активирует главный аккаунт и дублеры по приоритету, ближайшие к главному, в том количестве, насколько хватает средств. Если баланс менее 1 цента, то ваш аккаунт и дублеры фиксируются в очереди. Они не убираются с очереди, они вас просто в этой очереди фиксируют. Остальные вас обгоняют до тех пор, пока вы не пополните баланс. Вот это мне очень нравится. Если у вас на балансе нет денег, вы с очереди вас никто не выкидывает. После пополнения баланса аккаунт продолжает движение с момента его фиксации. Но я думаю, до этого не дойдет дело. Я думаю, что мы здесь очень даже прилично заработаем. Ну что, давайте зайдем в личный кабинет. Посмотрим. Значит, вот так пока выглядит кабинет. До старта осталось 4 недели, 2 дня, 8 часов и так далее. Здесь у нас профиль. Обратная связь, можно связаться. Рекламные материалы. Через неделю будут баннеры, админ обещал. Здесь будут рефералы. Я зарегистрировала пока только свою маму. И здесь будут модераторы. У них есть скайп. Можно обратиться к любому из модераторов. Если какие-то будут вопросы, 4 раза в неделю будут проводиться вебинары. Можно задавать любые вопросы. Но мы, я думаю, что в скайп-чате выясним, как они будут проходить, брифинги, вебинары. Будут подключены международные языки, и иностранные баннеры, и переводчики, и все будет шик-модерн. Все, реферальная ссылочка останется под этим роликом. Для начала, я думаю, достаточно. Просто сейчас регистрируем и приглашаем друзей. С вами была Ирина Шкудрина. Пока-пока.